Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Ну что, я зашел в игру, чтобы допройти два события, которые не успел. Так, заходим. Схватка редких, начнем с этого. Так, анкилозавр. Против него мы возьмем велоцираптора. Против спинораптора я возьму... А кого я возьму против спинораптора? Скажи-ка мне на милость. Ладно, возьмем с тобой тропиогоптера, да? Слушай, я думаю, это будет нормально. Короче, тропиогоптера, а против аэротитана мы возьмем с тобой анкилодока. Я думаю, что вот такой командой мы, наверное, справимся. Но в прошлый раз, по-моему, такой командой мы как раз-то и сфейлились. Ну что, бомбить? Потом меня этот ушатывает, да, получается? Ладно, бомбим. На-ка тебе. Сейчас, естественно, он будет меняться. Вызовет. Угу, и у него 270 к атаке. Ну, наверное, нам тоже надо поменять. И взять защиту. Посмотрим, что он будет здесь вытворять. Он пропускает ход. Меня это устраивает вполне. 5. Неужели рискнет атаковать по полной программе? Нет. Слушай, тогда, скорее всего, буду атаковать по полной программе я. Отлично. В топку этого спинораптора. Ну, конечно же, анкилозавр сейчас мне пропишет тут хороших лещей. Но зато... Так, сейчас, подожди, посмотрим, сколько он. 3. Естественно, 3 он себе оставляет, да? Так-с, думаю, что здесь нужно сделать раз-два, раз-два, вот так вот. Посмотрим. 7. Прикинь, сейчас пропишет. Нет, он меняет. Он берет аэротитана. И тут он меня уничтожает. Ну что же, аэротитан, ты напросился сам. Раз. Я не помню, сколько он сделал атаки. 2, 3, 4. Давай так вот попробуем. Да ладно, ты хочешь сказать, что он все вот это поставил на анкилозавра? Сколько там он взял? А, 4. А, ну все, ребят, тогда крышка ему. Ему крышка. До свидания, анкилозавр. Ну что, схватка редких у нас, как ты видишь, пройдена. Это первое событие, которое я обещал пройти. Допройти, скажем правильнее, да? Колесо призов. Ну тут, в принципе, меня ничего не интересует. Джет. Это мы закрываем и продолжаем. Второе событие, которое я должен пройти, это визит важной персоны. Да-да-да-да, тираннозаврики. Плюс сегнозавр. Ну что, я здесь, наверное, сделаю вот так вот. На откатике возьмем диплодатора, нондогазавра и... Конечно, хотелось бы взять птеродактиля, но мне вот этот вот сегнозавр что-то не очень внушает доверие. Я бы даже сказал, вообще не внушает доверие, поэтому я возьму раджастегу. Или лучше... Блин, как сделать-то лучше, в конце концов? Возьму птеродактиля. Возьму, друзья, птеродактиля. Ну что, начнем потихоньку, да? На тебе леща отцовского. Так. Что-то ему сразу взгрустнулось. Меняет на кого? Сегнозавра берет. Нифига, у него атака 755. Хо-хоу. 755. Блин.
Да как же тут сделать-то лучше? Если я его бомбану, у меня... Ладно, влупим. Уничтожим, так сказать, его. Так, тиранозавр, сколько у тебя там? 2. Тебе не хватит меня пробить. Но все равно, ребята... Или хватит? Нет, не хватит. А вот нам, по-моему, хватит его, да, бомбануть? 800, да, хватает. Вот так вот мы с тобой сделаем. И возьмем еще дополнительный бонус. В топку этого тиранозавра мод 2. И выходит обычный тиранозавр 40 уровня, то бишь полная прокачка. И 727 здоровья у него. Естественно, он потратил всю свою атаку. И нундагозавр с превеликим удовольствием его уничтожает. Красиво? Не то слово. Эпично. Да, друзья мои, прошел я это событие. То есть все свои недочетики мы исправили. Давай крутим колесо призов. Смотрим, сколько нам выдадут здесь. 500. Ну, неплохо, ребят. 500 очков доверия. Итого у нас почти 8000. Так, кто тут у нас? Ну-ка посмотрим. Это кто? Пирораптор? Ну-ка давай попробуем сами его поймать, этого пирораптора. Угу, потрясающе. Ему нравится, видишь? Головой мотает. Так. Раз, два, три. Ну, я думаю, что здесь будет идеальная поимка. Ничего сложного здесь нету. Абсолютно. Идеальная поимка. Мы с тобой получаем 10-20 опыта и 5 ДНК на саркозуха. Так, вопрос. А почему это у меня... У меня что, этот не стал выводиться? Я не понял. Я же тратил... Зашибись. Я специально делал... Как его... Гибриды. Да ёк, макарёк, не то. Ну, нундагозавра я хотел здесь, чтобы он выводился. А его почему-то здесь нету. Прикинь. Сфига ли это? Непонятно, это не порядок, ребят, естественно. Так, смотрим, что у нас тут. Да как ты прокачиваешься долго? Просто, ребята, это я не знаю, сколько он уже у меня висит здесь. Никак он не может прокачаться. Здесь мы с тобой забираем наши награды. Так, деньги. Но деньги, если честно, нужны нам. Потому что, ты сам видишь, я уже на мели практически. У меня 4,5 миллиона. Это никуда не годится. Сейчас я соберу казну. Так, а что мы можем еще с тобой сделать? В принципе, у нас событий больше нету. Все на откатах. Или все-таки что-то есть? Ну, без ограничений. Тут, понятное дело, я, ребят, сюда нужны наши вот эти вот ребята. Диплотаторы, нундагозавры и тому подобное. Без них здесь абсолютно делать нечего. Ты видел только что показательный бой был, где мы еле-еле их растоптали. А тем более, смотри, вот мне непонятно, почему тиранозавр мод 2 имеет атаку меньше, чем обычный тиранозавр, ну пускай даже 40 уровня. Неужели 4 уровня вот... Как бы смотри, по здоровью он лучше, а по атаке он хуже. Странно. А что такое босс-событие, а? Кровавый апокалипсис, зловещая встреча. Просто вы мне говорили, почему ты не идешь на босс-событие. Только любое животное. Только для животных, да? Зловещая встреча, а что там за награды? 20 врагов нужно... Да ну, а вот здесь, если посмотреть... Лига Рока. И вот это вот лучшая награда? Вы серьезно? Так, ну-ка посмотрим, кто...
Кто тут у нас баламутит? Ого, апатозавр? Или как его там звать? Ну, давай попробуем сами его поймать. Я, конечно, сомневаюсь, что у меня получится. Угу. Первое вроде бы неплохо пошло. Давай дальше. Окей. Замечательно, говорят. Пока все удачно. Да ё-моё, блин. Всю статистику мне испортило, а? Ну, какой там последний будет? Да ладно. Ну, поймали мы его, поймали. Фух, сколько опыта там нам дадут? Ох, 3155 опыта. Неплохо, да? Вообще шикарно. Хе-хе. Так вот, ребят, наверное, будем закругляться. Я эту серию, скорее всего, прикреплю уже к новой. То есть, как бы будет это, начало вступления у нас, да? А потом пойдет уже очередная следующая серия. Как бы соединим, потому что, ну, сам понимаешь, я выполнил эти события, и что? Больше нечего здесь пока делать. Заданий нету, а убить босса, пыхтеть там ради того, что у нас есть, не вижу смысла, если честно. Что-то награды меня как-то там не порадовали. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мир Юрского периода». Так, задание забираем с тобой выполненное. Так, использовать ускорение, совершить сделку. Сделочка, значит. Так, это я пропускаю сразу. То же самое. Так, три карты на 6 очков доверий. Вы серьезно? Нет, какие-то сделки у вас тут. 3 миллиона еды на 774 очков доверия, конечно. 13 карт поменять. Нет, не хочу. В общем, ничего здесь нормального нету. Вот что я тебе могу сказать в данный момент. Но сделать мне какой-то нужно выбор. Так, давай-ка посмотрим. Ну, Дагазух у меня готов. Я его, естественно, забираю. Помещаю и прокачиваю. Мало того, что прокачиваю, я его могу еще и улучшить. Так, но сначала мы глянем с тобой, что у нас происходит здесь. Пройдет эволюция в конце концов? Да неужели? И года не прошло, а? Ты посмотри. Наконец-то, ребят. Так, ну что, где у меня Нундагазавр? Пора ему идти и дальше. Подожди-ка секундочку. Вот он. Ну что, давай, иди, эволюционируй. Потом мы его будем скрещивать. Так, здесь у нас кто буянит? Кто это там у нас? Не могу понять. Ну-ка, давай попробуем. Ох, это же у нас... Я уже забыл, как его увеличать-то. Серьезно? Я ни разу не попал? Зашибись, тут полосочка красных. Офигеть. Ох. Нет. По-моему, он сбежит, друзья. У меня три попытки. И шансов очень-очень мало. А что он такой крутой-то, а? Я не могу понять. Есть. Последний, пожалуйста, давай. Только бы не сфейлиться. Фу, ну главное, что мы его поймали. Друзья мои, поймали. Сколько мы? 3155 опыта и 4 ДНК на Саркозуха. Здравствуйте. Ну ты-то чего опять, а? Ну давай попробуем поймать. Давай попробуем. Пеликан Птерикс тут начал выделываться. Не знаю, что ему не понравилось. Ну, благо тут красная полосочка такая маленькая. Поэтому мы, наверное, сейчас быстренько его... О-о-о! Шикарная полоска.
Еще бы тут не поймать, да? Хе-хе-хе. А ему нравится, смотри. Довольный. Ну. Так, еще одна попытка, я так понимаю, да? Раз, два. Все. Идеальная поимка. Мы с тобой получаем 35 ДНК. И сколько опыта? 220. Ну, это мало, конечно. Ну, главное, что опыт идет. Так, ну что? Давай сделку все-таки надо совершить какую-то. А вот какую мне лучше всего, выгоднее? Вот эту, наверное, да? Давай, главное сделать. Главное сделать и забрать награды. Так, использовать ускорение. Собрать моды. Так, ну... Не понял, задание выполнено? Но это не с модами связано, наверное, да? Скорее всего, задание это... А могли бы оставить? Что мы там выполнили? А, потратить еду. Все, я понял. Открытие набора карточек. Ты, а почему мне не открыт набор карточек? Вот этого я не могу понять. Так, за деньги давай. Я теперь понимаю, почему, ребята, у меня так мало денег, так мало еды. Потому что у меня задание прибавилось. А доход убавился вот так вот. Ты посмотри, я скоро в ноль уйду. Такими темпами. Даже не знаю, ребята, как тут зарабатывать деньги. И хавчик. Выполнять задания, это понятно, но они не так часто выпадают нам. Ну что опять-то, господи, ну... Это кто у нас? Тираннозавр мод 2? О, он пускай разберется с этим. Не хочу просто сейчас отвлекаться. Забираем здесь. Так. Ну что, давай быстренько пробежимся по заданиям, по событиям. Что у нас тут? Землетрясение. Схватка чемпионов и испытай свои силы. И все? Тут только ГАЦ будет открыт. Так, Лемноринг, ну что? Давай тогда попробуем. Блин, а мне только рептилии дают, да? Ну что, Анондагозавр, пора. Или вот эту, нет, вот эту. Блин, какого лучше взять-то? Пора нам с тобой испытать свою удачу. Лемноринг, 213 к атаке. Берем бонус. Что ты, родной, будешь делать, а? Ну-ка, атакует. Ну что, если бы я знал, что так легко, я бы даже бы не заморачивался. Взял бы того Нундагозавра, который у нас попроще. И также бы прошли бы. Хорошо, это был первый поединок. Давай переходить на второй и смотреть, что нам здесь подсунут. Так. Лемноринг и Дарвиноптер. Ух ты. Дарвиноптер. Но если я, например, сделаю его... Ты посмотри, сколько у этого. 420 к атаке, а здесь 276. Сколько стоишь? Берем. Тогда сделаем так. И, наверное... Блин, ну ведь еще третий поединок будет. Рискнем. Да, ребята, 138 к атаке. Большие, конечно, риски. Очень большие, но... Делать нам нечего. Попробуем справиться. Прикинь, атакует. Он все потратил, да? Значит, нам, если мы с тобой раз, два, ну мы его вырубим, да? А вот что нам делать с этим, с Дарвиноптером? У него хоть не очень много здоровья, всего лишь 415. Сейчас посмотрим, он влупит, понятное дело. Он тратит все. Сейчас посмотрим, сколько у Диплодотра по атаке. 136. Слушай, по-моему... Да, мы выиграли. Мы выиграли, отлично. И остается у нас последний с тобой поединок. Давай, давай, что тут зависло-то? Только не надо влетать, пожалуйста, а?
все, прогрузилось. Обычно такое происходит перед вылетом. Замирание и потом вылетание. Ну что, я беру тогда... Я возьму их тестигу, так, и вот так вот. У них там Пеликанептерикс, Аэротитан. В общем-то, нормально так у них нахапано. Берем бонус. Интересно, бомбанет или нет? Вот так он делает. Слушай, я, наверное, 130 это мало. Этого мало, ребят. Ну, сейчас заклюет. Ха. Интересно, девки пляшут. Ну, давай посмотрим так. Он копит. Он копит себе. Ну вот, по-моему, парень и довыпендривался, да? Ничего накопить не смог. Ну что, пробьем ему хорошеньких вещей? Конечно, пробьем. Давай, бомби ему. На тебе. Аэротитан, выходи, мы ждем. Так, у него 21 уровень. Не такой, в принципе, большой. Но атака у него приличная. Он все слил. Зачем? Я не понимаю, зачем он это делает, но... Этим самым он мне, как говорится, помогает. Раз, два, три. Так же, по-моему, да, надо? Ну да. Все, и выходит Трапиагоптер, да? 465 хп. Фью. Упс. Не получилось, да? Обидно. Да, как же тебе обидно, а? А вот мне нисколечко не обидно. На тебе растерзание души. Вот так вот, друзья мои. Ну что, мы прошли. Забираем с тобой, естественно, награду. ДНК, баксы и гац. Плюс 65 очков доверия. Ребят, нам еще 2000 очков доверия. И чистое золото будет у нас в кармане. Так, здесь забираем. Использовать ускорение. Так, принять участие, это понятно все. Так, у нас остается с тобой последнее там событие. Это испытать свои силы. Я помню его. Поэтому давай-ка возьмем. Начнем с Ютараптора. Но почему бы и нет? Почему бы и нет? Сразу берем бонус. Давай, атакуй, атакуй. Это жук. Ага. Говорю, бомби. Не хочет. Ну что, друзья, тогда я его атакую. И, в принципе, победа будет за нами. Да-да-да. Не захотел, значит, получай. Ну что, первый поединок за нами. Ну, это было предсказуемо. Переходим на далее. Так, что нам здесь взять? А если я возьму Карнораптора? Как тебе такой расклад? Сразу берем бонус. Слушай, я случайно не рисканул ли, а? Не, нормально все. Так, он взял две защиты, один балл к себе, да? А, вообще ничего. Слушай, ну тогда, по-моему, все, и мы, ребят, карантарики. Также атакуем. И также его уничтожаем. Он сам виноват, он стоял, ничего не делал. Все, ребят, я взял и прописал. Так что извиняйте. Так, двигаемся с тобой дальше. Здесь я возьму, наверное... Давай Велосираптора. Посмотрим. Ну, естественно... А, он ходит первым. Вот это плохо. И он атакует.
Хорошо. Тут он не стал, да, ничего делать. Блин, ну мне нельзя пропускать две атаки. Вот в чем дело. А я больше уверен, что он сейчас будет бомбить. Неужели все полностью сольет? Ну что, друзья, я рискну. Я попробую. Отлично, прокатило. Прокатило. Мой риск оправдался. Ну и последний у нас с тобой поединок. Как эта серия у нас получится немножко короткая. Это все потому, что, ну, нету нормальных, ребят, событий. Все какие-то коротенькие. Да и всего их три штуки. Ну что, здесь та же самая пляска, как с велоцираптором только что. То есть берем с тобой... Блин, ну вот тут он может нас прижучить, если честно. Если он сейчас две атаки сделает, скорее всего, он нас накроет. Но он почему-то этого не стал делать. Я рискнул. Смотрим, друзья, что он будет делать. Очень интересно. Ну что, прописываем. Да, отлично. Фух. Ну что я могу сказать тебе? Очень великолепно у нас получилось. Мы с тобой выиграли. А что меня сюда-то выкинули? И 400 ДНК. Вот так. Через сутки, ребята, будет доступна у нас новая лига. Здесь забираем. Ну и в принципе, ребята, вот как бы все. Почему? Потому что, ну, событие осталось только одно. Ну, естественно, мы сейчас с тобой ежедневный пак еще получим. Так, нам нужно использовать ускорение. Это можно сделать легко и просто. Вот так вот, хоп. И ускорение у нас завершено. Дальше, нам нужно принять с тобой... Три PvP сражения и использовать три разных животных. Кто там опять буянит, а? Кто это? А, это же Карнораптор. Такс, ну что, я тогда предлагаю... Блин, жалко, здесь нет такой кнопки, которая могла бы собрать все деньги за один клик. Вот это вот, ребята, уже... Начинает доставать вот это вот кликание. По всей тут карте елозишь. Ты понимаешь, да, чем я? Так, значит, что, пойдем с тобой. Сейчас, подожди-ка, мы можем же кого-то поставить выводиться. У нас есть кого поставить. Стегоцефала, по-моему, мы с тобой... Кстати, насчет стегоцефала, он же где у нас находится-то? Он где-то, по-моему, вот тут у нас... Подожди, нет. Между зданиями какими-то он стоял, между башней. Да ё-моё эти... Между зданиями, только между какими, я уже не помню. Я не помню, я не вижу его сейчас. Фекадон, это все не то. Это Лимна. Блин, я не могу его найти. Ладно, короче, давай. Поставим сюда что-нибудь, чтобы просто не простаивало. Ну, того же самого пеликане мимо, пускай будет. Так, и пошли с тобой на ПВП. ПВП, Канозойская эра. Раз, два и три.
Так, один поединок здесь, потом два рандомных. И, в принципе, ежедневный пак будет у нас в кармане. Так, ну что, восьмой уровень. Вот здесь вот Фараракас, 39 уровень, меня совсем не радует. Прям вообще не радует. Да что за подлагивания такие, а, у нас в игре? Так, а он еще и первый ходит. Меняет. Берет Фараракаса. Ну что, я, наверное, звездану ему хорошечно. Вот так вот. Ему тоже надо бить, по идее. Угу, он так и делает. Дальше мы его просто добиваем. Да, добиваем и возьмем бонус. Тыч. Я сел, парнишка. Так. Ну что, пёся, давай погутарим, коль такое дело. Он ничего не стал делать. Я сделаю тогда вот так вот. Угу. Так, 5 очков действий. Давай сливай быстрее все. Отлично. Отлично, друзья. Так, одну очку действия он оставил себе на запас. Поэтому нам нужно сделать сколько? Вот так вот. Поехали. Ревем. Так, выходит следующий архивцион. Здесь уже 150 атаки и 5 очков действий. Сколько будешь сливать? 5, все 5, ребята. Тут крышка нам, конечно, да. Тут, конечно же, нам крышка. Выходит мамонт. Ну, у него классовая слабость, как ты видишь. Поэтому мы делаем с тобой вот так. Он ничего не стал делать. А мне кажется, зря. Хотя... проверим. Хорошо, сейчас ударим-то, а? Вообще убили. Просто убили охламона. Вот и все. Ну что же, это хорошо. Это очень хорошо. Мы с тобой здесь выиграли. Сейчас заберем приз любители, который нам 25 тысяч монет дает. Ну тогда еще разочек крутанем. Раз посмотрели рекламку, и выпадает нам 6250 монет. Окей. Так, забираем здесь награду и продолжаем арену. ПВП. Давай, наверное, пойдем с тобой сыграем водную. Раз, два, три. Так, я хотел, кстати, геликоприона прокачать, потому что у нас водных вот именно вот такой стихии мало. Всего лишь один плезиозавр. Ну, слушай, а этот же у нас геликоприон, он же обычный. Твою налево. Так, ничего себе, тут нам ризот, вся фигня. Ой-ой-ой-ой-ой. Каевике. Еще и первый ходит. Твою налево. Атаковать будет или нет? Конечно, будет, ребят. Ну. Давай, выходи. Сделай-ка ему ударчик. На-ка. Он сейчас поменяется на Ризода. По уму-то, да? По-моему, нужно меняться на Ризода. Фига, он страшный какой. Ё-моё, этот Ризод. Офигеть. Так, выходи, родной. Тут надо... даже не знаю, что тут надо. Тут надо ставить защиту, наверное.
Он, скорее всего, сейчас меняется. Меняется. Мне это не нравится все, блин. Что тут происходит у нас? Совсем не нравится. Стиксозавр этот, блин, со своими тысячами здоровья. Я не знаю, как еще это назвать. Давай вот так вот сделаем. Он же поменяется опять. Поменяется опять на Ризода. А, не стал. Так, слушай, ну если ты не стал меняться, я тогда попробую так вот сделать. Да! Вырубил его. Чертовые бабушки. Ну давай, Ризодик, давай, давай. Так, 6 очков действий. Потратит он 2. 4 у него останется. 3. 3 остается у него, да, значит? 3 остается. Да, друзья, 3 остается. Как бы меняться нам нет резона, да, получается? Сделаем тогда немножко по-другому. Раз, два, три. Раз, два. Так, 1 очко действий. Значит, 5 очков действий у него будет. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Скорее всего, пропишет по полной программе. Скорее всего. И уничтожит. Слушай, он ничего не стал делать. А почему? Ну что, рискнем? У меня все равно выбора нету. Ай-яй-яй-яй, плохо-плохо, ребят, все. Или как? Не, нормально. Ну, сейчас у него Кейвике получит 7 очков бонусных. Точнее, очков действий. И 3 из них потратит, да? Даже 2 ему достаточно. Ну, он 3, ладно. Теперь смотри, 4 очка действий у него остаются, да? Неужели он все поставит в защиту? Не знаю, ребята, куда он там все поставит. Надо рисковать. Есть! Есть. Ребята, если бы он поставил бы защиту бы себе, ну там, я не знаю, там еще бы, например, 3, то я бы его не пробил бы, а он бы меня на следующий ход ушатал. А тут нам просто повезло, что он всего лишь одну защиту взял. Так, и что же нам здесь... Ну почему не бакулит? Могли бы и бакулита дать. В конце-то концов. Давай-ка еще разочек. Деньги, понятно. Ну что, нам нужно еще с тобой одну ПВПшку. Раз. Двас. Трис. Ну вот такая у нас будет команда. Если не ошибаюсь, геликоприона, его можно у нас прокачать. Я, по-моему, очень много выводил. Опа-на. Ты посмотри. Все одной стихии. Плюс у него гибрид. Мы этого сразу ушатываем. Даже и говорить не о чем. Лицихтис. 990 хп, да? Что будет делать? А он ничего не стал делать. Я, ребята, подставляю черепаху на растерзание. Клюнул, да? Клюнул, молодец, красавчик. Я как раз этого и ждал. Ну что, 2 атаки. По итогу нужно 3 атаки делать. Раз, два, три. И бонус. Блин, я думал, что он защиту возьмет, а? Значит, он все-таки все сюда переносит. 540. То есть, получается, ему нужно 3 потратить. 3 очка действия.
Одно остается. У нас будет 5. При нашей какой атаке? Все. Допрыгался кузнечик. Помашем ему ручкой. Нормально, нормально. Распетрушили. Декодерма отдуплилась. Блин, ну я почему-то сомневаюсь, что вот была такая рыба с такой челюстью. Ну это как-то вообще, ребят, да? Жесть какая-то. Крутим, вертим. И что мы получаем? Угу. Хавчик. Будьте добры еще разочек. Да ладно. Ну вот, ребят, я же говорю, есть справедливость, ты понимаешь? Аммонит выпал. У меня один, по-моему, есть. И сейчас мы можем с собой второго выводить. Так, ох ты, ох ты, ох ты. По красоте. 95 очков доверия, шикарно. Так, теперь бежим сюда. Ну, где у нас там этот аммонит? 3 дня будет выводиться, прикинь. Но ведь у меня же точно один есть. Я ведь не путаю ничего. Вот он, ребят. Так, ну по атаке он так себе. Ну я не знаю, ребята, мы конечно скрестим. Он уже будет 20 уровня, посмотрим, насколько он будет круче. И нундагозавр тут у нас через 1,5 часа сделается. Ну что, друзья мои, на этом, пожалуй-ка, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам. А вот, кстати, и стегоцефал. Ну да, нам надо будет его прокачивать.